Ты когда-нибудь пробовала чипсики? Нет, собачкам нельзя человеческую еду. Хочешь, подарю много мягких игрушек. Ну а что я еще могла ожидать? Любишь кошечек? Да, только если они знакомые и не обижают тебя. Мы воруем контент у чипитосиков? Нет, у нас совсем разный контент. А нам поставят лайк? Ура! Одна подписка на Телеграм равно одна косточка Рубине. Смотри, Рубина, под этим стаканчиком ничего, под этим карминка, а под этим много карминок. Хорошенько перемешиваем. Ну что, найдешь, где спрятались карминки? Давай показывай. Тут, думаешь? Ну сейчас посмотрим. Хм, ты угадала, где была одна карминка, давай же посмотрим, где остальные. Здесь пусто. А вот здесь они лежали. Ну уже все. Сегодня Рубина оценит ее самые любимые игрушки. Оцени утку, с которой играешь каждый день. Всего лишь норм. Пришло время Биба и Бобы. Кто они? Нормальные. А эту игрушку мы купили в ветклинике. Легенда, это точно. Самая первая игрушка Рубины. Она была с тобой с пеленок. Она легенда, ты же с ней до сих пор играешь. Хочешь посмотреть, как Рубина оценила Мишка дырку и большую морковку? Сегодня вы узнаете, что Рубина любит делать, а что не очень. Давай начнем с когтерезки. Ты любишь обрезать когтики? Легенда? Чего? Но видео снимать? Давай показывай подписчикам. Конечно, любишь. Любишь играть с мягкими игрушками? Да, очень любишь. Ну, тогда лови. Ой. А одеваться в зимние курточки? Нет, я это знаю. Рубина, у кого больше подписчиков? Да, у Симбочки-Пимпочки. А кто мультики интересные снимает? Тоже Симба. А у кого интереснее контент? Не знаешь? Я тоже. Кому из вас дадим вкусняшки? Симбе? Но это же собачьи косточки. Ну и напоследок, кому комментарий напишут? Рубине? Ничего себе! Рубина, кто из вас популярнее, Чапа или ты? Чапа, конечно. У кого ушки длиннее? Давай, показывай. У Чапы. Кто больше любит гулять? Чапитосики, думаешь? А друзей у кого больше? Тоже у Чапы и Тоси. А кому лайк поставят? Рубине? Поставьте лайк, не расстраивайте Рубину. Рубина, зеленая кнопка – это да. Красная кнопка – это нет, а желтая – не знаю. Ты помнишь, когда у тебя день рождения? Нет, как это? 9 декабря. Твою хозяйку зовут Саша? Да, это правильно. Любишь ездить к ветеринару? Нет? Не знаешь? Или все-таки нет? Хочешь миллион подписчиков? Конечно, а кто же не хочет? Если досмотрел видео до конца, то подпишись на наш телеграм-канал.